Фьючер Фильтех, автора первой в России монографии «Учение». Для меня вообще сюрприз, что я сегодня спикер. Да. Но уверена, что я есть. Но я так или иначе представлюсь, да, я Алекс Форк, автор первой в России книги о биткоине, председатель правления блокчейн-комьюнити, это старейшее, крупнейшее объединение предпринимателей в сфере работающих с технологией блокчейна. У нас есть, скажем так, мы объединяем русскоязычное сообщество предпринимателей, работающих с этой технологией, но бизнесы, скажем так, у наших участников есть как в Китае, так и в Европе. И полгода назад я основал акселератор Future FinTech, FinTech Cluster мы его называем, Future FinTech. Мы находимся в Москве-Сити, не случайно, это, скажем так, единственная в России точка критической массы людей, да, где возможно, скажем так, образование предельного количества деловых связей. На этом, наверное, я поблагодарю за внимание. Да, спасибо. Спасибо.